Посмотрим еще несколько гоночных игр на PS2, на Damon PS2 версии 4.0 с Snapdragon 865. MotorStorm Arctic Edge есть на PSP, но мне PS2 версия нравится больше. Ну а там смотрите сами. Посмотрим, как MotorStorm идет. Сказал бы, что очень требовательная игра, такие настройки, рендеринг текстуры важно включить, ввл режим зажима важно включить, петелечку. И ввл разгон включили на ролике. Без скин-рекодера, идет 2x 60 fps. Игра интересная, прикольная. Вот такая игра. Идет хорошо. Следующую смотрим Sega Rally. В 1x вообще все летает. Такие настройки. На двойку поставили VU разгон. В 2x. Ну, чуть похуже. Важно в этой игре не поднимать ЕЕ разгон выше 1, а ВУ разгон выше 2. Поэтому, конечно, для здесь нужен 65-й Snapdragon, скорее всего. Если поднимаем выше, немножко получается слоумо. Даже если ЕЕ разгон на 2 поставить всего лишь. Чуть-чуть слоумо, но оно ощущается. А так слоумо нет. Единственное, что FPS, конечно, ну так скажем, низковат. Еще здесь можно попробовать ИРМ на сейф поставить. Она может, ну, немножко добавить FPS, ну, можно и на выкол. Красиво выглядит игра. Ну, без скин-рекодера в районе 48 где-то, около 50 FPS. Можно менять вид.
красивая гоночка на самом деле. Идут нормально. Ну, со скинрекодером, конечно, 40 FPS. Но без скинрекодера около 50. Еще хотел показать одну игру. Это V-Rally 3. Была классная игра V-Rally 2 на эмуляторе. Ну, не на эмуляторе, на PlayStation 1. V-Rally 2 была игра классная. V-Rally 3, конечно, на любителя. Как-то здесь... Ну, конечно, она идет отлично. Тоже, может, это full speed, да? Но какая-то бешеная игра, вот если честно. То ли я какой-то медлительный. Хочется ее замедлить. Очень, конечно. Ну и машинка как будто бы вот катается сама по себе. Непонятно. Ну, справиться с такой бешеной скоростью, тому вполне можно играть. Ну, в Rally 2, конечно, было классно. Здесь разочарование, если честно. Ну, идет отлично. По сравнению с Sega Rally, по виду игра мне не нравится. Машинка как будто по льду катается. Не чувствуется дороги, если честно. В Rally 2 была четкая игра. В Rally 3, ну, не знаю. Но зато отлично идет. Настройки, по-моему, самые низкие настройки. Вот такие дела. Еще серию, может быть, версии посмотрю максимум. Ну все, гоночные заканчиваю обозревать. И больше не знаю, наверное, никогда не буду гоночные смотреть игры на PS2. Наверное. Вроде все посмотрели.